Здравствуйте, рада. Ира, чем вы занимаетесь в свободное от участия в нашем шоу время? Я двигаюсь. Это хорошо, да, движение я так, жизни. Да, я такой, я такой не поседа, не постоя, не полежа. Я такой ходок по жизни. Да. Больше нет, больше ничего не скажу. А, все, все, остальное секрет. А вам вот нравится творчество вашего звездного родственника, которого мы спрятали и которого должны отгадать наши игроки? Очень. Я разделяю его выбор в жизни, да. Он молодец. Ну, ну, смотри, он или она? Он это человек, мы конечно, это говорим. Родственник. Хорошо, а вы с ним сейчас часто видитесь? А вы знаете, реже, чем хотелось бы. Ага, да. То есть хочется почаще. А когда вы встречаетесь, вы что с ним делаете? Куда-то ходите, может быть? Мы получаем удовольствие от общения. А где это общение, это большое. Да. А, большой секрет. Ну, вы любите его. Без ума. Без ума от него. Теперь можно насладиться музыкой. Первая песня в зачет не идет, но не теряйте концентрацию, потому что наши подсказки сами себя не разгадают. Так, Ира, а сейчас мы с вами будем общаться с нашими участниками и слышать от них предположения, кого же мы спрятали за нашим экраном, кто является вашим звездным родственником. Итак, номер. А давайте номер 40. Здравствуйте. Мы просто видели, вы там вальсировали под песню. Ну, конечно, это же был вальс. Ага. Меня зовут Полина. Я классический музыкант. Я работаю в оркестре. Я играю на флейте. Замечательно. Замечательно. Вот так. То есть вы настоящий музыкальный эксперт? Ну, да. Да, ну да. Что? Не надо так стесняться. Так есть, конечно. Флейта? Флейта. Ой, флейта очень... Да, это вот это. Да. Дамский такой. С другой дамский. Стороны. Это очень... А, с другой стороны. Да. Ну, ничего. Полиночка, а это важно, да? Почему? Нету левосторонней флейты? Ну, нет. Есть же левосторонние гитары и правосторонние. Ну, вы зачем сравниваете вот гитару и флейту? А, ну. Ну, ладно, вы знаете, я думаю, что если и бывают флейты левосторонние, то это в Англии. Ну, давайте по предположениям тогда пойдем. Так. Во-первых, это внук или внучка Ирины. Угу. Почему? Потому что там были дети на картинке. Это, во-первых, у них есть собака, они любят животных. Угу. Это очень хорошо. И теперь вы хотите услышать имя. Там еще была гантеля. Гантеля. Но все занимаются спортом. Я даже Даже дети. Конечно. Даже бабушки. Даже бабушки. Конечно. И дедушки. Может, и спортивный ребенок. Запросто, конечно. Да. Так, ну и теперь имя, фамилию. Пусть будет Иван Дмитриенко. Ваня Дмитриенко. Да. Очень интересная версия. Вполне возможно. Да. По крайней Он мере, тоже кудрявый. По крайней мере, прически. Да. Прически похожи. Я его просто очень люблю, поэтому я его назову. Но я еще буду думать, еще вторая песня. Замечательно. Да. Но он бы вам подошел. Правильно, я согласна. Хорошо, спасибо вам большое. Номер 82. Так, всем привет. Здесь я не один, здесь я со своим братом. Мы вместе братья Рябченко. Я Александр, он братья Алексей. Братья Рябченко. И в клеточку. И в клеточку, да. В одном магазине одевайтесь. Ну, стараемся, по крайней мере. Мы сразу хотим сказать, что мы представляем город Донецк, Донецкую Народную Республику. Спасибо за поддержку. Ну, по поводу предположений, кто может прятаться. По первой подсказке, это был человек, занимающийся спортом, потому что гантеля была, да, как была бы гантеля. Подразумеваем. Угу. Потом была собака. Собака, вот. В одежде. Да, да. Не голая собака. Да, собака, одетая. Это ну и второе, это девчонка и парень, наверное, с длинными, ну как по силуэтам, вроде как девочка с мальчиком были. Значит, человек, наверное, семейный, у кого есть ребенок. Удивительно, но сейчас было уже два варианта, и два варианта этой подсказки разные. Ну, учитывая то, что... Но есть фамилия хотя бы. Да, ну мы думаем, что это певица Глюкоза. Хорошо, а кем тогда приходится Глюкоза Ирине? Мама. Интересно, очень. Мама должна быть красавицей. А вы у нас это замечательно превосходная. Извините. Спасибо. Замечательным голосом, поэтому только вот такой замечательной, красивой спасибо женщиной. Большое. Могла Наташа быть такая чудо. Это ваше первое выступление или же уже был опыт выхода на сцену? Ну, мы же все стояли на табуреточках, правда? Мы же все пели. А со звездным родственником пели когда-нибудь? За столом.
А, то исключительно застольные песни. Да. Да. А какую песню вот вы садитесь за стол, за семейный, когда вы видитесь, и какую песню вы поете, любимая ваша в семье песня? Ну, например, «Я родилась в Сибири». «Я родилась в Сибири». Да. Это да. Маша Распутина, да, Маша? Тем более, что я родилась совсем недалеко от Сибири. Совсем недалеко от Сибири? Ага. Угу. Ладно, дальше не будем подсказывать. Так, номер 69. Здравствуйте. 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 У вас очаровательная прическа. Спасибо. Ну, спасибо. Правда. Меня зовут Яна, я представляю солнечный, теплый Крым. Ой, замечательно. Дай Бог. Какая музыка вам нравится? Какую музыку вы предпочитаете? Я люблю абсолютно разную музыку. Джаз, современную попсу, шансон. Но мой любимый исполнитель, и мы с ним родились в один день, точнее, он родился гораздо раньше, чем я, это Григорий Лепс. Ага. Да. Каждый год я стараюсь посещать его концерт, потому что он проводит в честь своего дня рождения концерт. Вот как бы отмечать вместе с ним, сидя в зале, вот он на сцене выступает. Вот, ой, как экономно с вашей стороны. Купить билет на концерт Григория Лепса – это да. Гораздо экономнее, чем заплатить гонорар за его приход на ваш день рождения. Да, 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 да. Это. Ваше предположение с учетом подсказок. Вариант того, что это мог бы быть, если это мужчина, Алексей Воробьев. Леша Воробьев. Вот, у него почему? Есть пес Корги Моцарт. Это мы знаем, он да. Занимается спортом это очень по активно. Нему видно, да. И вот, а то, что два человека... А у Леши Воробьева есть дуэт? Ну, вообще, у него каждую песню мне кажется, он с кем-то, да. Дуэт. Яночка, спасибо большое спасибо. За эту версию. Значит, Алексей Воробьев. 250 тысяч – это, конечно же, солидные деньги, особенно если не делить их ни с кем. Ни один экстрасенс сейчас не даст вам ответа, сколько у нас будет правильных вариантов. Какое количество отгадает наш музыкальный ребус. Я желаю всем присутствующим здесь удачи. Победы! И напоминаю, что самый быстрый игрок не только заберет часть банка, но и выйдет в финал, станет первым финалистом нашей сегодняшней игры. Итак, Ира, если вы готовы? Готовы? Ирочка, я попробую. Ирочка всегда готова. Итак, сейчас вторая песня, еще три подсказки. Силуэт нашего звездного гостя, которого вы там спрятали, и его измененный голос. Вот это все должно вам помочь написать правильный вариант. Итак, поехали! Что только в этом мире не случается, вдруг юность к нам обратно возвращается. Секундами случайной встречи к нам время повернется вспять. И нам с тобой судьба опять подарила этот вечер. Я зажгу для тебя камин, но не он нас, а память согреет. Судьбу благодарю, что нас в юность возвращает. Я зажгу для тебя камин, но не он нас, а память согреет. Нам осталось всего.
Браво! Спасибо. Браво! Спасибо. Прекрасно, элегантно, очаровательно. Есть же предположение? Ну, подсказки вам должны были помочь, конечно. Ну, давайте пообщаемся. Номер 67. Меня зовут Александра Михайловская. Я представляю город Минск. Я там родилась и выросла. Республика Беларусь. Александра, какую музыку вы предпочитаете? Самую разную. Это такая сборная солянка. И попса, и джаз, и блюз. Все под настроение, видимо. Да, под настроение. Кого вы слушаете? Вообще, я обожаю Басту Васильева Куленко. Очень люблю. Группа «Моя Мишель» мне тоже нравится. «Моя Мишель», да, тоже красивый, красивый голос. И красивый. Денис Клявер мне тоже очень нравится. Почему вы так выделили? А потому что как раз я думаю, что в этом стакане стоит он, Денис Клявер. Что вас натолкнуло на это? Первые подсказки. Это «Папа и сын». У Дениса есть замечательная песня. Здесь такие строчки. «Когда ты станешь большим сын». И вот здесь я сразу угадала. Вот здесь. А потом была еще... Ну, потом Клевер еще. Это вообще уже подсказка такая очевидная. Чашка кофе была? Кофе или чай вдвоем, конечно, конечно. Мы можем вас путать. Нет, а вдруг там чай вдвоем Костюшкин же... стоит? Всякое бывает. И как-то настроение у вас поменялось. Костюшкин. Стас. Саш, спасибо большое. Спасибо. Так, хочется поговорить с номером 44. Меня зовут Влада. Ой, Влада, красивое, да, имя. Красивое. Благодарю. Родилась в городе Перми. Предположение. Ой, предположение. Написала я, что это Костюшкин. Вот, показалось очень сильно, что визуально похожи вы. Вот. А на, Ира похожа на, да, Костюшкина. И, а кому? Ну, мы по росту очень похожи. Когда вы написали вариант? Перед Клевером. Прям увидели чашечку и быстренько. Да, и, да. Тут же Стас, Стас возник. Образ Стаса. Да, да, да. Нужно я было так подождать Стаса чуть-чуть. Ну, поспешишь, звезд не смешишь. Да, это, да, один, да, из девизов нашего музыкального детектива. Так, еще. Еще вариант. Смотрите, номер 47. Меня зовут Марфа Савченко. Я живу в Москве, до этого жила в Питере 12 лет, а родилась я в солнечном Абакане. И у нас, кстати, из 365 300 солнечных дней. Ой, поэтому... Да, подожди, и вы переехали в Санкт-Петербург, да, где из 364 60 солнечных. Да, осталось, да, да, только 60. 60, это не всегда лето. В Москве чуть больше. Так, ну вариант. Что вы написали, Марк? Я вообще расстроена, потому что, когда увидела Клевер, я поняла, что это Клявер, но почему-то что-то меня сбило с толку, и я вернулась к первому варианту. По голосу я поняла, что это Стас Пьеха. Голос такой низкий, узнаваем, потом... Стас Пьеха... И сейчас я сокрушаюсь. У него вполне возможно, у Стаса Пьехи, может быть, семейный герб в виде Клевера. В прошлом я думала, что это Сергей Лазарев. Потому что он качается, я знаю, что у него есть бизнес для собачек. И дуэт с Мэш, там все дела. Вот. А, и дуэт с Мэш. Ну да, вообще, по предыдущим подсказкам, параллельно, Сережка, да, правда, подходил больше Сережа Лазарев, да. Но вы написали Стас Пьеха. А теперь давайте мы посмотрим все, что вы написали. Очень нам интересно, какие варианты. Клявер, 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 клявер. Вообще верхний ряд клявер. Номер 98. Меня зовут Сергей. Сергей, какой город? Город Москва. Написал не лето. Ты услышал подсказку. А я решил пойти ва-банк. Думал, что первый успею написать. Мало ли не лето, я пройду в финал. Но, к сожалению, да. Подвела интуиция. Что же, пришло время узнать, чья же звездная тень помогала нашей героине Ирине петь, а вам, возможно, зарабатывать деньги в нашем остросюжетном музыкальном шоу. Сейчас прозвучит еще одна
песня, во время которой вам останется только развести руками или, наоборот, подпрыгнуть от радости, в зависимости от написанных вами ответов. Итак, встречайте наш семейный дуэт! Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Без мнения все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую, сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть все это время, я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Ну что скажи свое мнение, тебе ж не все равно. Как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть, я не хочу тебя учить, но знай, в любой момент с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Музыкант, актер Денис Клявер! Спасибо, друзья! Один из самых стильных исполнителей нашей эстрады! Спасибо, но теперь понятно, почему я такой, в кого. Ну и папу, конечно же, мамочку. Первую песню мама выбрала, эту песню, которая ей просто нравится, безусловно. А вторая песня «Камин». Это песня папы, музыка его, а слова Коли Дуксина, это папин тоже большой друг. И это, в принципе, была премьера, потому что мы с мамой специально записали этот дуэт. Счастливы, что именно в этом проекте получилась такая возможность. Спасибо. Ну, давай быстро пройдем по подсказкам. Гантели. Да. Денис в прекрасной физической форме. Да. Ну, это можно было я так догадаться. Я могу, Митя, вот сейчас, давай, Митя. Хоп! Вот сюда. Вот. Прекрасная симфоническая форма. Я просто очень легкий, я полый внутри. Нет, а? Полый. Хотя, конечно, гантели подходят и Стасу... Не, ну правильно, в принципе, истоки. Да. Истоки. Потом была подсказка «собака одетая». Дело в том, что у Дениса была фирма... Да, как... мы шили с супругой одежды для собак. Потом следующая подсказка у нас была «два силуэта». Ну, здесь мы прям вам дали возможность такой реальной подсказки, потому что, ну, «Чай вдвоем» знаменитейший, один из самых популярных дуэтов нашей эстрады. Мама сейчас за меня покраснеет, я тоже. Спасибо. Нет, я получаю приятно. Удовольствие пока. Ты моя радость. Молча. А просто. Можно попросить поаплодировать маме? Я искренне счастлив, спасибо, что она согласилась сегодня быть на этой сцене. Она очень переживает. И самое страшное для нее — врать.
Да, я боялась ваших вопросов. Она так боялась вас обманывать. Вот. Ну, не обманывать, а не договаривать. Ну, да, я боялась, потому что я человек очень искренний. Так, по поводу следующих подсказок. Ну, «Силуэт сыном» — это вот песня, которую вы сейчас исполнили. Я честно скажу, я обожаю эту песню. У меня родится сын, я буду петь ее на ночь ему. Спасибо. И там и дочь есть. А это мой, если дочь родится, тоже может дочери. У меня уже дочь родилась, я уже один куплет ей пою. Все, хорошо. Ну и слушайте, ну чай понятно, но и клевер. Дело в том, что нет цветка клявер. Согласен. Поэтому мы взяли клевер, близкое по фонетике. Да, но это было конкретное палево. Но, если честно, мне было очень было. Я в таком количестве свою фамилию нашу с мамой ни разу не видел. Кстати, пришла пора узнать, сколько же человек ответили правильно и написали Денис Клявер или просто Клявер. Как ты думаешь, Денис, сколько? Слушай, мне кажется, процентов 80. Процентов 80 может, да. Даже может быть 90. Да, может быть. Сейчас мы увидим, сейчас увидим. Сейчас узнаем, на сколько частей мы поделим 250 тысяч рублей. 77! По 3200 рублей получит каждый угадавший Дениса по его маме, по подсказкам, по силуэту, по голосу. Но это еще не все. Нам нужно выяснить, кто написал фамилию Клявер быстрее всех, кто станет у нас первым финалистом сегодняшнего остросюжетного музыкального шоу, в котором вы отгадываете по нашим подсказкам человека известного, которого мы спрячем здесь за этим экраном. Итак, кто был первый? Кто? Кто? Так, кто же? И это номер 83! Вау! 83. Алексей! Мы очень рады. Мама у вас, Денис, просто превосходная женщина. Грациозная, интеллигентная. Так, а голос какой? Мы вот стоим нашей дружной уже роднёй. И просто мурашки. Спасибо. Просто голос великолепный. Спасибо. Браво вам, Ирина. Мне действительно повезло с родителями. Это большая ценность. Спасибо огромное. Да, это самое главное, что у нас есть, конечно, наши дети и наши родители. Браво вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Громогласные аплодисменты. Денис Клявер, Ирина. Спасибо, друзья.